Напомню, на днях жителей Металлургического района обеспокоило появление зеленой реки в районе дома номер 4 по улице Румянцева. Как выяснилось, угрозы жизни и здоровью челябинцев она не представляет. Возникла она в результате профилактических работ. В систему отопления ввели специальный краситель, чтобы выявить возможные утечки. Но, как заявили в Минэкологии, попасть в реку уронин, именно так называется вещество, не должен был ни в коем случае. Это значит, где-то попадает либо канализация, либо вода сливается с отоплением в реку, этого не должно быть. Ну и помимо этого, то, что это является возле памятника природы, у нас запрещены любые стоки, поэтому уже по этому поводу мы неоднократно администрации делали предписание на устранение этого стока в принципе. Сейчас администрация это не исполняет, мы выходим в суд как раз именно на то, чтобы в суде принудить администрацию города устранить этот сток.